Однажды в мае, в самом начале, когда весна наступает на юг, в одном поселке инопланетяне нашли себе классный приют. Их там немного, с галактик разных, различных рас и различных планет. Но их одно всегда объединяет — это очередь в местный буфет. Веришь, нет, мне все равно, но когда сойдет капель, где-то сотня НЛО прилетает, как коктебель. Разместятся кто где как, кто вдвоем, а кто один. Точка старта есть у них, местный винный магазин. Народ окрестный всегда в тумане, никто не может понять до сих пор, откуда эти инопланетяне знают русский разговор. С утра порою, с лицом зеленым, ты встретишь их на морском берегу. Сойдутся вместе и употребляют, могут даже через «не могу». Веришь, нет, мне все равно, но когда сойдет капель, где-то сотня НЛО прилетает в коктебель. Разместятся кто где как, кто вдвоем, а кто один. Точка старта есть у них, местный винный магазин. Очень важно, что все тарелки, что захотят этой звездной войны, еще из баз своих не вылетая, заранее на смерть обречены. Все, кто заправлен горючим местным, закалены и не год, и не два. А у того, кто только приземлился, зеленая взорвется голова. Веришь, нет, мне все равно, но когда сойдет капель, где-то сотня НЛО прилетает, как коктебель. Разместятся кто где как, кто вдвоем, а кто один. Точка старта есть у них, местный винный